Всем привет, с вами снова я, Настя, и да, это вторая ударная волна, а точнее для любителей кей-попа, как я и обещала. А сейчас я расскажу вам о певцах, которые нравятся моему сыну. И тут стоп, все такие, стоп, чего? Да, ему 9 месяцев, и ему нравятся корейские песни. А точнее, ему нравится засыпать под корейские песни и под некоторые из них танцевать. Значит, ну, наверное, вот его любовь с корейских песен начались с Wonder Girls. У них вышел новый альбом, и как раз я стала укладывать под нее, под песню. Ему очень понравилось. Название, к сожалению, сейчас забыла. Я помню, что это наподобие что-то 90-х, 80-х где-то. Я вставлю название клипа и, возможно, даже кусочек. Так что, если что, где-то здесь, где-то тут, это все появится. А следующее, наверное, вот вы видели видео Сая, где он танцевал, такой прыгал. Это был, наверное, второй такой ударный момент, когда ему понравилась корейская песня, но не под сон, а именно под танцы. А с того момента прошло очень много времени, и сейчас могу с уверенностью сказать несколько групп, под которые мой сын спокойно засыпает, который ему очень нравится. Итак, наверное, первое место занимает у него группа Мамаму. Он просто их любит. Ему нравится именно вокал. Потому что, когда я включаю их песни, я могу спокойно включить, допустим, там 3 песни, и он на 3-ю песню у меня вырубится. Вот. Ему нравятся голоса. Вот. Поэтому, наверное, это было прям самое такое, ух, любимая. Да и мне, в принципе, они тоже очень нравятся, у них хорошие вокальные данные, поэтому, наверное, это вот прям первые такие любимчики крупные. А вторыми ему понравились 50 Cent. Тоже, я помню, мы, наверное, их плейлист слушали недели 2 подряд. Вы представляете, одну группу 2 недели, одни и те же песни. Чокнешься, чокнешься, реально. Но они ему нравились, и то же самое, ему понравилось 50 Cent, там была песня типа «Не пойду в школу», вот это было самое первое, которое ему очень нравилось, и ему нравилась песня «Star». Следующим ему понравилась уже мальчишеская группа, это Winner. Боже, когда у них, не когда-то они только-только выпустили альбомы, самые первые песни, нет, когда у них вот пошли Sentimental, да, сентиментальная вот эта вот песня, это была первая, он просто, не знаю, не хватало включить ее один раз, покачать его под нее, и все, он спит. Это было чудо. А потом у них уже пошли Бэйба. Вот так. Егорка. Вот. Короче, все их последние вот 3 песни, мы просто все дослушали до дыр. Вау. Следующими у нас, по-моему, стали как раз вроде бы Twice. Клип, где зомби, он под ней засыпал. Это вау, вау, еще раз вау. Мне кажется, во всем видео вау, вау, вау. Ему понравилась хореография, а новая их песня «Чарап», он вообще под нее танцует, и он под нее смеется, мы под нее балуемся. Я его кружу, он хохочет, ему нравятся девчонки, он прям любит разглядывать их. И вообще, сын растет, по-моему, бабником. Но это отдельная тема. И, наверное, вот из последних, кто ему так очень понравился, это Блок Би. Это вообще он просто... Он может сидеть, я ему включаю песню, он, допустим, той, ее той. Включаю, он сидит и вот смотрит. Кстати, ему понравилась песня Зика «I am you, English», надо вспоминать. Ты — это я — это ты. Вот. I am you, you are me. Во. Вот что значит не учить английский очень долго, ну, не повторять его. Поэтому, в принципе, вот эти вот группы основные, которые, наверное, до посинения мой сын может спокойно слушать. На этом, пожалуй, все. Пишите ваши комментарии, может, у кого-то есть братья, сестры, которым нравятся корейские песни, корейские клипы. Прошу сильно не критиковать, это просто такой, знаете, спонтанный видос про то, что нравится моему сыну из кей-попа на данный момент. А что? Может, он корейский будет знать на отлично, в отличие от меня. На этом, пожалуй, все. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы со мной. Держитесь, крепитесь, ждете новые выпуски. Рекомендуйте ваши клипы, которые вам на данный момент, допустим, очень нравятся. Я тоже послушаю, посмотрю. На этом, пожалуй, все. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.